Библейский портал экзегет.ру представляет. Книга «Исход», перевод Российского библейского общества. Я читаю для библейского портала «Экзегет» 5 главу. Ну вот, про то, что исход не должен был состояться. В общем-то, все эти главы на свой лад, каждая повторяет одну и ту же мысль, потому что, ну, против всех абсолютно ожиданий. И Моисей родился не вовремя, и должны были его убить. И сам он попытался устанавливать справедливость собственными силами, должны были его казнить за это. И в пустыне он должен был потеряться. И идти он не хотел в Египет, потому что он не красноречив, и вообще кто он такой, чтобы с фараоном спорить. И когда он таки пошел, то Господь его чуть не умертвил, потому что, оказывается, он сына своего не обрезал, скорее всего, из-за этого, хотя мы точно не знаем, почему. То есть, ну, самая неподходящая личность Моисея для этого исхода. Вот тысячи отговорок, тысячи причин, чтобы этого не состоялось. И послушали вроде израильтяне, но дальше мы выясним, что ни фараон, ни израильтяне, вообще никто не собирается никакой исход совершать. Вот против всех ожиданий. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Господь Бог Израиля говорит, отпусти мой народ в пустыню, справить мой праздник». Я напомню, что это, собственно, то, что Господь велел им передать фараону, но на самом деле они не только отпраздновать, а после того, как отпраздновать, они и дальше пойти собираются, да, то есть они уже не хотят возвращаться в Израиль, в Египет, и, в общем, они это прекрасно понимают, видимо, фараон тоже. Но фараон ответил: «Кто такой этот Господь, чтобы я его слушался и отпускал сынов Израилевых? Я этого Господа не знаю, и сынов Израилевых не отпущу». Фараон сам вообще-то бог по должности с точки зрения египтян. Господу он не поклоняется. Если бы еще там Рамзес ему, Осирис ему бы сказал, то понятно, да, это египетское божество, которого он должен каким-то образом, по крайней мере, почтить, да? А вот кто такой Господь? Логичная мысль с точки зрения фараона. «Нам явился Бог евреев, — сказали Моисей и Аарон, — разреши нам идти в пустыню на 3 дня пути и принести жертву Господу нашему Богу, а не то он погубит нас чумой или мечом». Но царь сказал им в ответ: «Моисей и Аарон, зачем вы отвлекаете свой народ от работы? Идите работать». «Их так много, — сказал царь Моисею и Аарону, — и вы хотите, чтобы они бросили работу?» Здесь еще, конечно, в этой книге образ такого жестокого, бессмысленного и тиранического государства, которая в ответ на любые пожелания своих подданных говорит: «Работать надо, идите работайте». Потому что что нужно государству от человека? Ну, его труд на благо этого государства, да? И такое государство, как описано здесь, оно совершенно ничего другого не предполагает. Человек для государства. Человек — расходный материал, муравей, который трудится в нашем муравейнике. Что это там муравей вздумал какие-то жертвы кому-то приносить? Для этого есть жрецы, отдельно поставленные люди, они принесут кому надо. В тот же день фараон велел надсмотрщикам и старостам. Но это классическая логика, чтобы служба медом не казалась, как в армии говорили. Впредь не давайте этому народу соломы для кирпичей, как раньше давали. Пусть идут сами и собирают солому. Но кирпичей из них спрашивайте столько же, сколько и прежде, убавлять не надо. А то они обленились и стали говорить: «Пойдем, принесем жертву нашему Богу». Станет работа потяжелее, будут работать, а не слушать праздные речи. А зачем солома? Ну, как делали кирпичи? Берется глина, и она замешивается вместе с соломой, потому что солома, ну, скрепляет, да, вот эти частицы. Твердые соломы, они позволяют не развалиться. Если чистая глина, то очень легко она распадется на части. И, конечно, месить кирпичи и собирать солому — это два принципиально разных занятия, поэтому очень трудно делать одно и то же. И вот такой типичный пример такого, я бы сказал, советского хозяйства, когда плановое задание остается прежним, но ресурсы не выделяются. Не завезли солому, сами как хотите, так и выкручивайтесь. Выйдя от фараона, надсмотрщики и старосты сказали евреям: «Фараон говорит: впредь не буду давать вам соломы, сами собираете солому где хотите, а кирпичей делайте, сколько раньше делали». И стали евреи ходить по всему Египту и рвать на полях жневье вместо соломы. Ну, то есть оставалось, после того, как срезано колосья, оставались вот эти вот жневье, вот эти части колоса, которые не годятся никуда. А надсмотрщики подгоняли: «Делайте каждый день столько же кирпичей, сколько делали прежде, когда у вас была солома». Фараоновы надсмотрщики подставили над сынами Израилевым и старост, понятно, всех трудно наказать, а старосту легко, а староста сам уж пусть разбирается со своими. А теперь этих старост стали бить и спрашивать с них, почему не выполняете положенную работу, чтобы делали столько же кирпичей, сколько прежде. Да, вот они повторяют это как ритуальную формулу. Сыны Израилевы хотят поклониться Богу, а фараоново все государство поклоняется изготовлению кирпичей, поклоняется плановому хозяйству. Да? Вот надо изготовить столько-то кирпичей. Зачем? Нужно, не нужно. Неважно. Государственный интерес. Старосты сынов Израилевых пошли к фараону жаловаться. «За что ты так поступаешь с нами, рабами твоими? Нам, рабам твоим, соломы не дают, а кирпичи велят делать. Нас, рабов твоих, избивают. Грех твоим людям так поступать». Помните, мы рассуждали на материале 2 главы, зачем нужен закон, да? А если нет закона, то на все есть воля правителя и только. Или воля сильного человека, который сам себя делает правителем вот над окружающими. Вот и здесь, с чего это они решили, что солому им должны давать? Фараон решил, что не надо им никакой соломы, и все, и закон фараонова — это его слово. «Да вы просто обленились», — ответил им фараон. «Обленились и стали говорить, пойдем принесем жертвы Господу, ступайте работать, солому вы больше не получите, а кирпичи давай, делайте сколько положено». Вновь вот это та же самая песня. Услышали старосты сынов Израилевых, что нужно делать столько же кирпичей, сколько и прежде, и поняли, что дела их плохи, ну, фактически невыполнимое задание, да? Выйдя от фараона, они подошли к Моисею и Аарону, стоявшим в ожидании их, и сказали, «Пусть Господь увидит, что вы наделали, и будет вам судьей, ведь это из-за вас фараон и его вельможи нас возненавидели, вы даете им повод убить нас». Гнев не на фараона, потому что фараона «пойди накажи». Гнев обращается на того, кого можно наказать, да, кому можно все беспрепятственно выкрикнуть в лицо и даже еще чего похуже. Поэтому Моисей и Аарон, как зачинщики с точки зрения этих самых старост, они во всем и виновны. «Владыка, — возвал Моисей Господа, — зачем ты мучишь этот народ? Зачем ты послал меня сюда? Я пришел к фараону как твой посланник, а народу стало только хуже. Ты не спас свой народ». Ну, дальше в 6 главе мы узнаем, что ответит Господь, но давайте задумаемся, а почему бы Господу не сделать так, чтобы фараон их сразу отпустил? Что-то нелогичное в этом есть. Он говорит, иди к фараону, скажи ему, отпусти мой народ, а тот тебя не послушает, а ты продолжай настаивать на своем. Вы знаете, а мне кажется, что это очень важный принцип. За свободу надо бороться. Свобода никогда не приходит сама. Вот вы рабы. Вот дойдите до той стадии, когда вы завоете от своего рабства, когда вы уже не сможете терпеть вот совсем, и тогда вы освободитесь. А до той поры, пока вы думаете, ну, это еще ничего, вот солому бы только нам давали, а уж кирпичи-то мы налепим, в конце концов, невелик труд, вот до тех пор вы будете оставаться рабами, вот до тех пор вы не примете этого. Мог ли Господь сделать так, чтобы израильтяне легко и просто стали свободным народом? Наверное, мог. Но вряд ли бы они тогда это ценили.